Ну да, конечно. А материться можно? Ну давай мы без мата попробуем, значит, да? Сейчас, все, давай сейчас. 3, 2, 1. Я начну, а ты там, я тебе скажу, предоставлю слово. Ага. Всем привет, с вами Прия. И сегодня мы окунулись в мир Майнкрафта, в мир кубиков, в мир экшена и глубоких, так сказать, раскопок. Мы вот тут заспавнились рядом со льдом, с водичкой, и поможет мне в выживании в кубическом мире мой любимый модератор. Представься. Опсик. Вот, это мой модератор, который уже целых 5 лет бдит на стриме и банит недоброжелателей. Ну что, мы, наверное, давай выберемся из этого льда, потому что нам тут тусить невыгодно. Нам нужно найти дерево, нам нужно найти хотя бы что-то. Ой, смотри, Да, там что-то поехали. есть, там какие-то пираньи, там что-то горит. Что-то интересное, как бы нас тут не скушали, самое главное. А это данж. А это что-то интересное, мы туда потом придем еще. Нам нужно сначала какое-то хотя бы дерево найти, я не знаю, чтобы у нас были кирки хотя бы какие-то. Это что, у нас медведи или овечки? Если это медведи, они могут Медведь. быть враждебные. Давай-ка мы их Медведь. обойдем, не напинываем. Мне страшно. Но я Они убежал от вроде бы них. сагрились как-то. Ну и ладно. По льду кайфово бегать хорошенечко. Быстро, Так, быстро. мы найдем что-нибудь вообще? Какой-нибудь А вон там лесок. пустыня впереди. Это пустыня. Ну, пустыня это хорошо, потому что там может быть храм. О, а вон и деревья появились. Все отлично. Значит, нам еще бежать. Ну, чуть-чуть. Еда, конечно, потратилась. Нам еще нужно будет о еде позаботиться. Как говорится, выживание это дело такое. Нужно заботиться обо всем. Чтобы все в жизни было замечательно. Нам Да нужно нет, там будет вон построить дом. постройка. Ну-ка, давай глянем, что там интересное имеется. Нам нужно будет построить дом, нам нужно будет добыть алмазы. В общем, полный простор действия абсолютно. Будем делать красивые вещи. Ты же умеешь дома строить, Опсик? Да. Ну все, отлично, значит, сделаем какую-нибудь мощную вещь. А что это такое? Тут сундук Опа, с сундук. И ты без книгами. меня лутаешь? Это недельный сундук? Что там? Есть бесконечные звезды? Да, есть. Ну-ка, есть. Ну-ка, сейчас я приду туда, подожди. А я не понимаю, как туда зайти. Ты ловко зашел туда как-то. А там дырка сверху есть. А я Или как вот сюда вандал, вот. я сейчас все разломаю. Вот тут тоже Ну-ка, сундук есть. подожди. Чик. Тут Так. тринки лежат, И, тринки. это какие-то ядовитые картофели. Я такую фигню кушать не буду. Мне она не И нужна. там Чего ты еще меня есть. толкаешь? Сундук Не там. толкайся. Опа, книжки. Будем умные, будем книгу читать. Какую-нибудь. Карта клада. Представляешь? Карту Опа. клада, сейчас еще клад найдем. Да. Будем клад искать. Мужики, Будем. сегодня мы ищем с вами клад. Ну слушай, это прикольно. Я очень давно не играл, поэтому я не в курсе вообще происходящего. Ну что, давай рубить деревья по-профессиональному. Значит, первый блок мы оставляем и рубим все те блоки, которые находятся выше. Вот. Говорят, это Гайда. лучше всего. Конечно. Гайды онлайн в прямом эфире. Окей, ладно, в записи. Вот. Это может быть полезно. То есть мы вырубаем абсолютно все, чтобы листва спадала, и с листвы мы, чтобы залутали яблочки. А ты где? А ты Дерево где? рублю. А я тебя не вижу. А я тебя вижу. Ну, ты хитрый, конечно. Я, короче, верстак поставлю, сделаю деревянную кирку и накопаю камень уже. Вот. Да, тут вот на расщелина. Не, а я просто чуточку вниз спущусь, наверное, да и все. Ну или как? Но это будет, я думаю, лучше всего. В каком-нибудь таком месте. Выкопать чуточку вниз, и хорошо все будет. Тут какие-то, знаешь, микромоды установлены интересные. Я не знаю, для чего они вообще. Ну, они как-то автоматизируют процесс крафта. И, например, если ты забыл, как крафтится кирка, то ты можешь все глянуть абсолютно. Ну да. Короче, я себе скрафтил кирку большего итем левела. Давай я тебе отдам старую. Забирай Подари. ее. Видишь, какой быстрый ты. Ты уже оделся, да? Окей, хорошо. Давай копать. Так, у нас тут режим PvP включен, да? Давай я вниз тут пойду тоже. И ты как-нибудь Вармот. вниз. Вармот включен. Получаемый, как говорится, ресурс увеличен. Все увеличено Friendly fire. абсолютно.
Кстати, Светло, да? да. Нужно аккуратненько. А мне темно, я уже ничего не вижу. Нам бы уголек найти или дерево переплавить в печке. Уголек я знаю, где найти. Это у меня на АБГ. Ха-ха! Ну, конечно, как в тот момент, когда ты играешь на кастере, там неприятные могут быть ситуации. Но, как говорится, речь не об этом. Сейчас мы наломаем дерево и сделаем уголек. Чик-чик-чик-чик. Ну все, печка готова. Я поздравляю тебя. Мы Спасибо. Идеальны. Сейчас сделаем инструменты. Каменный меч надо сделать, а то вдруг какая-нибудь угроза вылезет, чтоб я с тебя нормально смог все забрать. Чтобы Как нас не истинный убило. там, да? Конечно, конечно. Нужно везде оттачивать свое мастерство. Это самое главное. Так. Ну все, сейчас угольки сделаются, и мы сможем нормально так забуриться вниз. Я нашел угольки и железо. Что? Ты быстрый? Ты все там же? Просто расщелина, нет. Ты хитрый какой-то слишком. Там, где стоит, если смотреть на верстак и на печку, то с правой стороны там расщелина. Если переплыть этот прудик, речку. Ну, я начинаю догадываться, где это находится. Ну ладно. Сейчас я приду к тебе, хорошо. Скажем так, ты меня забайтил прийти к себе. Но ты не забывай, карта клада у меня. Так что ты от меня далеко не уходи. У тебя не подпрыгивает автоматически перст? Ну, что-то есть такое, непонятно это. Опа. А, я понял, он по блокам типа автоматически поднимает вол. Ну, есть такое. Это интересно. Воду прям сигой. Нет, а я хочу на другую сторону перебраться, так как там уголек и железо. Уже ночь. А я воду пустил вниз. Видишь, да, там водопад теперь небольшой. Вот. Теперь мы можем по воде подниматься вверх. Да, давай мы тут все выкопаем абсолютно. В принципе, мы должны залутаться тут неплохо, я считаю. Да. Сколько еще и опыт да. дается. Кастерский со звездами. Ага, размечтался, конечно. Ну, знаешь, как говорится, мечтать не вредно. Так и да. Гранит какой-то непонятный, зачем он вообще? Декоративный блок, наверное. Гранит? Ну да. Угу. Скорее всего. Я не думаю, что из него что-то полезное крафтится. По типу инструментов или чего-то такого классного. Опа, песочек на меня падает. Песок это, конечно, хорошо для стекла в будущем. В нашем домике же будут стекла, да? Конечно. Ты уже имеешь какой-то технический план насчет того, как наш дом будет выглядеть? Да. Все отлично, хорошо. Я тебе Мне доверяю. Мне понадобится 2 дня. Два дня. А, 2 дня реальных или 2 дня игровых? 2 дня реальных. Ну, я считаю, у нас имеется. Ой-ой-ой, меня чуть песком не засыпало. Я думаю, у нас имеется в данное время в наличии. Я ведьму вижу. Скелетов вижу. Если ее убить, вижу, с нее падают, по-моему, зелья всякие различные. Сейчас я хочу железо тут выкопать. Поушены. Ну да, поушены, все верно. Припоты там всякие падают тоже. Химия, одним словом. Химия. Ой-ой-ой. Что-то тут как-то плохо мне. Нужно вылезать отсюда, я считаю. Я там я железо считаю, немножко не докопал, ну ладно. Зомби начали появляться. О, ну так давай мы им напинаем. Да их тут слишком много, я не думаю, что мы сможем да им что? Напинать. А я справлюсь. Ну окей, хорошо, тогда мы по деревьям передвигаемся и уходим к той зоне, где мы раскапывали всякие вещицы изначально. А ты куда убегаешь от меня? Да я как-то сейчас переплыву, перейду. Иди ко мне, я факел поставил. Ты кайтишь, да? Ну, у тебя да. успешные кайты в целом получаются. Это хорошо. Ты только на меня его не столкни случайно. Угу. То это фатально может быть.
такое. Паучочки. Ну, паучки нам не интересны. Хотя можно лук скрафтить, а толку от лука без стрел. Но это вопрос хороший. Опа, это что за рычание было? Это кто такой? Я не шарю за это рычание. Там что-то орёт. А, это тут какой-то... Лол, что это, кто это? Кто это? Болотный он какой-то как слизневый. Ну-ка, напинай ему. Сзади, аккуратно. Все. Так, ну что, давай возвращаемся к изначальному месту и будем, наверное, там раскапывать, или как мы сделаем сейчас? Да, можно. Твои так. Идеи? Ну, хорошо. Ой, мне бы сейчас не отъехать от него. Я потанчу. Окей, хорошо. Еда нужна какая-то? Еды нет. Ой, там крипер. Не взорвись. Ну, окей, хорошо. В целом, нормально. Какая-то боевая система интересная, то что посередине мечик накапливается, после этого только дэмэдж увеличен. Лучник где-то стреляет. А я его сейчас залосую. Сидим, сидим здесь. Я умер. Я умер. Ты меня не реснешь, да? Я даже умер. Они какие-то сильные, эти скелеты. К тому же у нас хпшечки не было. Да, да, все верно. К тому же там факелы расставлены. Всякие различные. Так что мы тут не потеряемся. Играли бы мы на хардкоре, уже бы, как это говорится, бы уже все. Да? Ну, уже бы мы все, кончили бы наше прохождение. Это было бы не очень-то красиво. Да и то, что сейчас получилось, это не очень красиво. Мы слишком много наагрессировали. Нам нужно было хотя бы покушать, хотя бы как-то отресториться. Вот. А мы что сделали? А мы ничего не сделали абсолютно. Ноль подготовки. Тактику не прочитали, ничего не сделали абсолютно. Но как вообще можно действовать в таких ситуациях? Да никак. Сейчас еще по пути бы не умереть, самое главное. Паучок, скелет. Неприятно. Можно, конечно, на скелета натравить какого-нибудь мопца. В теории это действие очень хорошее. А знал ли ты, что если скелет убьет крипера, то с него выпадет пластинка? Нет. Ты видишь? Минутка полезной информации, как говорится. Зомбя плывет к нам. Эй, пусть плывет. Что нужно, ну, как-то слева, наверное, оплыть этот дом. Ты плывешь там? Ты где? Я уже тут практически. Ничего, меня уже обстрел идет, и вся фигня идет. А, ты решил по суше пойти. Я по водичке обплываю. Я тут все, что можно, короче, собираю. Окей, хорошо. Крипер рядом с тобой, убеги оттуда. Ой, короче, что? Кайти, на тебе все. На тебе вообще все. Ой-ой-ой, а теперь на мне? Ты не докайтил немножко. Ну, как смог. Ну. Что-то растнуться с тобой. У меня топор есть с собой только. У меня есть топор, камень и железная руда. 13 штук. Давай, наверное, на какое-то дерево заберемся. Блять, за мной паучара ползет. Ничего. Я, как говорится, мальчик ловкий, я уже на дереве. Ой-ой-ой, в меня кто-то стреляет, мне страшно. Ты где? А я вот тут кайчу, да. Кайтишь, да? Окей, хорошо. Да. У меня полтора сердечка, и я кайчу. Я нашел свинью. Я нашел много свиней, я нашел еще куриц. Умница. Так, я паука убил топором. Тупо зарубил его. Так, там скелет, который мне в жопу уже стрельнул. Ух ты. Ну слушай, что-то их подозрительно много. Для первой ночи. Но я умер. Я вижу в чатике, да. Ну что сказать, беги. Ты помнишь, где лут твой? Наш. Хорошо, так. Вот, раз хорош.
Мне не нравится такой ответ. Попробуй его пофиксить и изменить на положительный. Да, в принципе, да. Да, но я тут закопался, так что в целом я выживу. Но только Уже вокруг меня рассвет. столько много зомбей. Ты бы знал, они так орут. Я Ну, сейчас просто в шоке, у солнце меня выйдет, уши они разрывает. все подохнут. Не, ну если они находятся под листвой, они даже не загорятся. Ну я их выкачу. Вот. Это увлекательный экспириенс, я тебе скажу. Мне Ну да. нравится такое. Так. Топлива у меня нет, да? Переплавить руду я не могу. Ну ладно. Я просто хотел сделать печечку. А, ну хотя могу. В целом, да. А мне по ногам там не настреляют, так я думаю. Ну, думаю, нет. Так, нужно на другое дерево перепрыгивать. Это экстремальное выживание, если что. Очень экстремальное. Так. Мне лень выкладывать эти камушки, поэтому я просто возьму так печечку и все. Ну-ка, они хорошо все умирают. Просто кайф. Но я нашел как бы весь шмат. Хорошо. Я тут на дереве. Печку поставил, переплавляю всякие вещи. Тут скелетов очень много в округе. Как говорится, будь аккуратнее. Но их реально очень много. О, еще и дождь. Прикольно. Кайфово. Ну да. Они теперь вообще не умрут. Ты Все тут у рядом? нас? Да. Максимальные Ну, условия для того, почти чтобы мы рядом. поумирали тут. Хорошо. Я тебя жду, и мы начнем истреблять скелетов. Потому что делать это соло, ну, как-то так себе. Я нам еду просто фармлю. Какой ты заботливый. Кулинарию прокачиваю. Хорошо, хорошо. Я уже железную кирку сделал. Она нам пригодится. Так-то да. Так. Ну что, ты где? Я обед бью. Хорошо. А Я мне бы надо сказал бы свои как-то координаты, аккуратно типа. спуститься. Да не, я сейчас переплавлю железо. А я И сейчас приду что? на место спуна. Хорошо. Ну, на то место, где мы умерли, окей? Да. Я примерно знаю, где я нахожусь. Опа. Какой мув был киберспортивный. Чик. О, все, минус крипер, хорошо. Сейчас нужно почекать, тут где-то скелетик был еще рядом, который мне не особо. О, их тут двое. Это неприятно. Там еще крипер ходит в лесу. Зомбя. Ну, иди сюда, зомбя. Так, хорошо. Что теперь? Ну, теперь нужно хотя бы дерево добыть немножко для палочек. Может быть, яблоко даже выпадет. Ты много еды нафармил или не особо? Нормально. Окей, хорошо. Твой Ты ответ там меня на радует дереве более чем. сидишь? Нет, я уже слез с дерева. Я больше не птичка. Я просто как птица там сидел, чтобы ты понимал. Просто скрылся от всех абсолютно. Мобов, которые там находились рядом.
Где-то под деревом сидит. А где ты сейчас находишься, скажи мне? А я на том месте, где мы изначально копали вниз. Я жду тебя, мы кушаем, и что Сейчас, если меня получается? скелеты не убьют. Давай, давай, убегай. Если он близко подойдет, я его шотну. Ага. Ну-ка, помоги мне. Сейчас я все сложу, чтобы никто не подходил. Блять! Помог! Опсик, ты такой помощник, серьезно. А что, у меня одно сердечко. Ну, мы бы его А что, раскайсили вдвоем вокруг колонны. я, короче, тоже умер, все в сундуке лежит. Нет, ну хотя бы это было интересно. Какие-то Сложность противные... ультра Нет, какие-то противные нормальная. слишком скелеты. Сложность тяжелая стоит, я тебя немножко заспойлерю. Ну, чтобы было интереснее, то если бы мы просто бегали и шотали мобов, согласись, это было бы неинтересно. То, что мы Ну бегаем да. и хотя бы, ну, умираем от мобов, и они нам без брони, без каких-то железных мечей вставляют стрелы, ну, это интересно, я считаю. Такого рода контент является уникальным. Что, поумираем от скелетов? Почему бы и нет? Ну, потому что другие мобы, они из себя вообще ничего не представляют. А вот скелеты — это вещь отдельная, которая триггерит немножко. Ты рядом, да? Окей. Вот, я, говорит, в сундук вещи выложу. Я, значит, скелет из тебя забрал, чтобы нормально ты выжил. Ты меня кинул. Ну, окей. Я припомню. Я тебе это припомню. Но у меня в целом ничего и не было. Такого. Чик-чик-чик. Ой, как тут много всего интересного. Ни одного птенца не вылупилось, понимаю. Так, что я заберу из этого? Я заберу факела. Тростник мы посадим. Пускай тростничок растет. Чем больше тростника, тем лучше. Так, что мы можем еще интересного тут переплавить? О, ты еще печку сделал. Окей. Да. Опа, это что, это дом? Ну, можно сказать и так. Эту дыру, наверное, песком надо засыпать, да? Да, можно и не засыпать. Да, можно и засыпать. А то в ней потом будет всякая шуша расплавниться. А нам это зачем? Нам это вообще ни к чему. Нам нужно, как говорится, знаешь, укрепить фундамент. Вот. Ну, видишь, теперь любо-дорого посмотреть даже. Вообще идеально. Нам же уже, наверное, стекло, да, потребуется. Ну, да, в Все теории. отлично, хорошо. Еда в сундуке, если что. Так, что мы еще тут можем интересного взять? Саженцы можно посадить. Почему бы и нет? Ну, только их садить-то почти некуда. Потому что все еще в деревьях. Ну, как-то так, наверное, на краешке. По крайней мере, мы поубивали скелетов. И они нам уже не предоставляют опасности. Да. Это хорошо. Так, а что там насчет карты клада? Впервые вижу такую карту Да. клада. Я как бы тоже. Я не играл, наверное, года 3 или 4. Весь боевой опыт утерян, поэтому все эти смерти от скелетов это так. Размину очка была. Вот. Так, стекло делается. Сейчас вот так вот сделаю даже, чтобы оно делалось еще быстрее. Ну и, наверное, можно вниз потихонечку спускаться, чтобы подфармить ресурсы. Что это за звуки? Как будто какой-то поезд проехал. Интересные звуки. Серьезно? Такой металлический звук какой-то был. Может, он Непонятный. шахнет снизу.
Может быть, кстати. Говорят, ну я еще давно об этом слышал, лет 20 назад, наверное. Потому что Майнкрафт это игра такая древняя. То, что эти звуки, они как-то символизируют рядом находящиеся различные пещеры и всякие другие объекты, строения. Может быть, ты прав. Там уголек был, нужно будет потом выкопать его. Но я слышу уже скелеты рядом. Скелеты самые противные мобы, стоит признать. Все смерти были от скелетов. Две твоих и две моих. Это самый опасный моб. По факту. Оттуда. Ну слушай, звуки усиливаются мобов. Я их слышу все больше и больше. Я слышу где-то, наверное, примерно двух скелетов и одного паука. Прям как будто надо мной. Нет, нету. Так, ну-ка. Сейчас мы выкопаем. Ты придешь ко мне? Или чем ты Сейчас занимаешься? я дострою нашу крепость. Крепость? У нас будет деревянная крепость пока что, да? Да. Ты знаешь, как Москва строилась, да? Сначала там деревянная. Потом что Конечно. было? Каменная. Вот, позор. Не каменная, наверное. Ну там из белого камня, потом из красного. Короче, мы не будем об этом. Это слишком умный контент, не для нас. Вот. Где мобчики? Как говорится, в Москве не проживаем, поэтому зачем такое знать? Самое главное знать историю своего города. Скелеты где-то рядом. Опа! Я нашел, кстати, где скелеты были. Вот. Где они были? Они были. Как тебе такой ответ? Хороший. Устраивает более чем. Хорошо. Более чем. Все, это отлично. Если он тебя более чем устраивает, то меня это радует. Нам нужно будет наведаться туда. Что? Нам туда нужно будет наведаться. И надавать люлей этим скелетам. О, уголек. Хорошо. Уголь, как говорится, это черное золото. Черное золото это хорошо. Любое золото это хорошо. Что я на какой глубине вообще нахожусь сейчас? Глубина 16-я. В теории я могу найти алмазы. И мы заживем богато. Хочешь жить богато? Why not? Ну, все отлично, значит, сейчас я найду алмазы. У меня только факела уже кончились. Ладно, я выбираюсь наверх. Нужно по одному блоку срубить, чтобы нормально можно было подпрыгивать. И чтобы нормально можно было выходить из этой шахты. У нас будет шахта наша. Наша первая ручная, как говорится, шахта. Да-да. Вот это я придумал, вот это фантазия. Неимоверная просто. Так. А, у меня кирка сломалась. Железную в ход впустить. Да, наверное, придется в ход железную кирку пустить. Как говорится, почему бы и нет. Так, а что там дальше? А, этот блок надо срубить. Там дождь, да, до сих пор идет. Да. Весело. Ага, эта земелька уже идет, да? Вот так. Вот так. Ну, сейчас посмотрим на твою крепость. Вау. Но еще не готово. Ну, слушай, красота, красота. Я бы в таком доме хоть даже в жизни жил. Мне нравится. Просто замечательно. Ты хорошо справился. Все переплавляется, да? Я бы руду засунул. Ну ладно. Суй, все, мне больше не нужно.
Так, стекло, если что, лежит в этом. А? В сундуке стекло лежит. Ага. Я сделаю факела, чтобы освещать путь, дорогу. Палки имеются, уголь имеется, все отлично. Так, хорошо. Кстати, дерево начинает уже потихоньку кончаться. Нужно какую-то псевдовылазку сделать за Я деревом. думаю, это лучше днем сделать. Это сделать лучше днем, да, потому что сейчас ночь и немножко неприятно, да. И нам нужно будет пол делать из дерева, иначе мобы будут всякие спавниться нехорошие. Вот. А нам нужны только хорошие мобы. Это уж точно. О, кирка есть одна. Хорошо. Да, дерева вообще нет. Чуть-чуть только есть и все. На Немножко мы с 40 этим штучек. проглядели. Но это мало все равно. Это все равно мало. Я хотел бы еще факелов сделать. Вот в чем суть. Сейчас я гляну, может быть, нам железо на какую-то хотя бы вещицу хватит. Нет, не хватит. У нас 17 железа вот еще есть, 25 итого. О, слушай. Тогда я нам сейчас скрафчу шмот. Как бы железная кирка у нас есть. Железо мы можем потратить на шмот. Все, держи. Теперь-то мы нададим люлей скелетам. Ну что, погнали? У шахту? У шахту. Будем шотать этих скелетов. Еда есть? 4 говядины, да. Я готов по полной. Сейчас меч я возьму. Так, Да, что надо нам нужно быстро по блок. факту? Меч, еда, Хлеб. факела, ну и земли маленько, да, блоки, чтобы если что поставить какой-то экстренный момент. Вообще нужно было железо на ведро потратить, чтобы ведро с водой, если что, лаву тушить. Ну, я думаю, нам не пригодится. А, мы скелетов пойдем пинать или мы дальше пойдем копать? Каком глубине? 13, 12 где-то, 10 может, не знаю. Отбежишь в сторону? Угу. Мы на глубине 12. О, Я забыл железо. смотреть даже. А смотри, там XYZ, второй абзац текста. Вот, и там все написано абсолютно. Это наши координаты. А, Y это снизу, да? Вот Y сюда это вот. глубина, да, идет. Ну, это всегда вроде бы так было, с самых первых версий. Да. Так, что мы в два блока копаем вперед чисто, да? Поехали. Ну Факелы ты будешь ставить или я? да. А у меня их нет. Так что А, ну ставь. тогда давай я буду ставить, хорошо. У меня их 60 штучек имеется. Потом, если мы разделимся, я тебе скину. Потому что, ну, факела это такой ценный ресурс, который все-таки позволит тебе Зоика. не потеряться. Ну, у тебя железная кирка есть? Да. Все, хорошо, выкапывай тогда. О, лаву слышу рядом. Я нашел пещеру. Угу. И ты ее сейчас тоже Ну, найдешь. тогда мы в нее врываемся. Ну, железо над лавой. Так, давай я сначала сейчас тут все освещу, чтобы какой-то рандомный крипер нас не взорвал. Можешь выкапывать, да, потихонечку. Я Лава пока тоже. сделаю тут все. Реализую нам пути отступления. Всякие различные интересные. Так. Слушай, тут Два так много крипера, всего подожди. интересного. Ох ты! Я слышал взрыв. Ты не справился с его Да. убийством? А я их байчу на взрывы просто. Окей, понимаю. Опа. Слушай, тут карьер. Немножко какой-то имеется, или мне кажется. Не толкни меня. Мы толкаем друг друга аккуратнее. Я Ты уже куда внизу. упал? Не, я в водичку прыгнул. Тут шахта. Лол. А я не вижу воду, подожди, я низко сижу. А иди ко мне, в меня скелет стреляет. Мне страшно. Ты где? Я еще наверху. Я тоже внизу. Какой ты хитренький. Слушай, да, тут шахта, которая заспавненная. Ты шотнешь скелета? Ну, сагришь его на себя. Опа. Сагрил, опа, да, сагрил. Одного из, походу.
Я не понимаю, где ты, короче. Окей, я сейчас приду к тебе. Все в порядке. Вот мы и нашлись. Это маленькие ядовитые паучки. Сагрей его на себя. Я сломаю спавнер как-то быстро. Там, видишь, спавнер впереди? Да. Он огоньком горит. Только меня не убей. Не, я сбоку паутинку ломаю. Все, готово. А паутинка о, мечом туда, ломается туда? быстро. Иди сюда. А, ну ты, в принципе, и так это нашел. Что там? Ну, ты и так сюда пришел. Уголек, железо. Мы столько ресурсов пропускаем, но мы сейчас это будем все выкапывать, конечно. Давай потихонечку выкапывать. Ага, одна единица железа. Понимаю. А, вот тут еще на крыше имеется. На крыше, ага, на потолке. Хотел бы на крыше шахты что-то вообще лутать. Я считаю, это было бы уникально. Так. Рельсы можно выкопать, чтобы потом на вагонетке разъезжать. Ну да. Так, чисто по фану. Конечно. Ой, какой-то страшный звук был. Не, вот эти автопрыжки какие-то непонятные, непонятно от чего, они немножко накаляют все-таки. Возражает. Я даже не могу понять, от чего это, да. Это странно. Можно, кстати, покрафтить себе чего-нибудь. О, интересненького. Вау! Это полезно, может быть. Кстати, маленького зомби слышу. А я воду нашел. Угу, но я железо переплавляю нам уже. А я куда-то накопал, что тут так. Одна вода. И я нашел алмазы. Ох ты. Мы что, справились с сегодняшней задачей? Походу. Страшно. Майнкрафт такая страшная игра, на самом деле. Так страшно. Ну, блок не сломался. Может, сервер подзавис? Хотя, ну, не думаю. О, так, а я скрафчу ведро. ГЦ. Угу. И тут одна вода, просто одна вода. Хм. А я нашел, где ты. Я иду к тебе. Хм. Здорово. Здорово. Там много воды, да, как я понимаю? О, алмаз. Ну так выкапывай их. А что да. ты делаешь? Я сейчас задохнусь. Сейчас я порегеню. Дыхание. Слушай, дай-ка мне там место тоже маленько, отплыви. Отплыл. Шок просто. Что происходит тут? Сейчас я нам сделаю резервуар для дыхания, как говорится. Иди сюда. Сейчас я прыгну наверх. Ага. Тут бы меня не засыпало, только самое главное, каким-нибудь гравием рандомным. Вот, все, можно отсюда выкапывать спокойно. Ты где? В зале. А, ну все. Я пока воду зачерпаю. Как бы ведро с водой, я думаю, нам не помешает. Какие-то рандомные ситуации спасет, может, нас даже. Что, тоже выкопать, что ли, алмазик? Ну-ка. Все, ачивочка. Ну все, выкопали. Так. Да, тут самое главное, правда, не задохнуться. Сердечко 3 уже, если будет. Капельки, точнее, то надо вылезать. Надо просто вот этот потолок выкопать. Ой, вот это было действие зря. Ну ладно. Как-то так хотя бы. То уже будет а я еще куда-то просторнее. Тут прям какие-то водные эти испытания. Опа. Как тут все интересно сделано. Не понимаю, это каменный кирпич или что там такое интересное. Сейчас мы это изучим повнимательнее. Ну, найсово ты меня толкаешь, конечно. Я тут славой работаю. Ладно, хорошо. Ты мой спаситель сегодня.
Да. Так, тут вообще лава. Выкапываем железо. Тут много его. Хорошо. Да, тут лавы очень много. А я сейчас водой все залью. В целом нормально должно быть. Аккуратнее, крипер где-нибудь сверху может свалиться. И будет немножко печально. Ну, ты, конечно, не умрешь, скорее всего, но хпшечку потеряешь. Что железный нагрудник — это вещь такая, самая статовая по броне. Без статы. Да, касательно брони является самый лучший. Так, я слышу, что там что-то уже заливаешь воду лавой. А вот Да, я сейчас совершенно туда не верно. могу. Я неправильно заливаю, я ее делаю еще больше, если что. Мы не пройдем тут в итоге. Что, я не справился с управлением, чтобы ты понимал. Так Такое бывает. бывает. Я зафейлил прохождение этого карьера. Друг, и чё? Нужно какой-то псевдомост построить, не знаю. Сейчас меня какой-нибудь скелет рандомный шотнет. И все на этом. Только вот теперь остается, знаешь, какой вопрос? Какой вопрос? Как нам назад попасть? Назад мы можем просто копать вверх, либо придем назад. У меня хорошая память на пути различные. Опа. Вот и все. Тут же Я видел железо тебя уже плавил. где-то. Да. Можешь взять его, скрафтить себе что-нибудь. Взял. У меня просто еда там. А, нет, не кончилось. Я не думаю, я вообще Ой, свинина. у меня вода кончилась. Сейчас нужно водичку где-то забрать себе. Да, не умею я с водой обращаться, ну что поделать. Это всякие там фростмаги умеют хорошо пользоваться водичкой. Так, тут я плавил вещицы. Железо ты забрал, хорошо. У меня Да. нет угля, чтобы это все дело переплавить. Это плохо. Сидим в шахте, нет угля. А я где-то уголь скипнул. Ну, вот и уголь. Я помню, потому что где-то его видел недавно. С такими темпами можно будет себе фул железную броню сделать, и все, уже никакие скелеты не будут страшны. Так и да. Там армора неплохо нам прибавится. Замечательно. А что, если мы найдем еще алмазы? Как тебе такая идея? Я уже наверх потихоньку копаю. А, то есть ты не в курсе, да, как выбраться отсюда? Нет. Весело. Я-то думал, Вот ты так. захочешь тут побродить, что-нибудь поискать. А ты вот что решил, да? Ну, я тебе Выбрал могу сказать слабый так. путь. Мы где-то. Мы рядом, на самом-то деле. Может, тебе Ну, я кажется, то, бы. что мы далеко от дома, но мы недалеко. Я бы так не сказал. Ну, считай, Я примерно знаю, мы где. копали вперед чуть-чуть, и все на этом. Ну Мы не особо-то далеко ушли. Ну, серьезно, так если да. вдуматься. Ну, это я просто далеко вылез. Ну, как далеко тут пройти, господи. Все. Вот уже хата. Крепость. Крепость. Окей, тогда надо будет доплавить дома. Сейчас тут слитки доплавятся, и я вылазю. Скрафчу себе шапочку стильную. Начинай тоже себе крафтить потихоньку армор. Потом железа у тебя много очень должно быть. В теории. Ну, такое. Ну, сколько у тебя железа? Пять. А, ты Нормально, имеешь в нормально. виду этого? Железной Руды руды, нуля? железных слитков, конечно. Руды 10. Ну, это хоть что-то.
Ну На, по-моему, фуловый сет нужно 24 штучечки. Нагрудник потребовал 8, если что. Но это так, немножко математики. Ну вот считай, сколько осталось? 16. Угу, все, я убегаю. Чик. Я помню, в принципе, как идти тут. Или не помню. Так. Подождите-ка. Нужно залезть куда-то наверх. Да. Это действие будет правильным. О, крипер ползет. Ну, ползи дальше. Так, сейчас мы сделаем микролесенку. Вот так вот. Сюда блок поставим. Сюда поставим, железо найдем еще вдобавок. Замечательно. Так, самое главное, ни на какую лаву не напороться, если она имеется. Угу, отлично. Вот они, эти два красных цветочка. О, еще железо. Нам же еще нужно железо, правильно? Ну да, и если Я встретишь думаю, да. андезит, то добудь. Че, он красивый слишком? Ну, неплохо. Хорошо. Как говорится, с постройки дома я тебе доверяю. Зомбя маленькая где-то орет. Непонятно где. Я внизу еще в шахте. Железо тут выкапываю, которое мы просто-напросто пропустили. Угу. Все вниз падает, да? Что у нас тут интересного есть? Ничего. Прикольно. Так, а тут что? И тут ничего, но тут есть золото. Золото я выкопаю. Одна штучка всего. Как так-то? Как так-то? Почему так мало? Опа, железо. А на улице что у нас? День, ночь? Хорошо. Нужно деревом будет заняться. Тут, Был считай, вроде дерева-то как. почти нет. Угу. Я сейчас вылезу, скину вещи в сундук, какие-то в печку и займусь деревом. Ты пока можешь продолжить постройку шалаша нашего. Хорошо. Так, а вот тут куда дальше? Вот этот вопрос хороший. Что? А Нет, нет, так, я сделал круг. уже ночь на улице. Ну, окей. Опа, эндермена слышу. Прикольно. Хорошо, что не слендермен. Ну, это лишь в другой игре. Сейчас нужно, правда, как-то выбраться отсюда. А я что-то и не припоминаю, как тут нормально вылезти. Ты меня запутал, ты меня слишком быстро забайтил вниз прыгнуть, я с этого потерялся. Ну, серьезно. Но я же как-то вылез. Ну, ты же просто вверх копал. Ну да. Я так не хочу. Я хочу найти себя в этом мире кубическом. Как говорится, хочу по-нормальному вылезти отсюда. Но, как говорится, очень многого хочу. Я бегаю просто на одном месте. Это меня не особо радует. А! Вот нам куда нужно было. А я-то думал. Все, сейчас я вылезу уже. На улице ночь.
Хорошо? Так ты подожди, смотри. Сейчас крафтим фулсеты железные, ну и все на этом. Мабам, такой апокалипсис просто будет. Как говорится, собирайте чемоданы и валите отсюда. Вот какое отношение к мобам у нас будет. А, то есть ты заделал, да, тут? Ну-ка, выпусти меня. Так, все. Сейчас я поставлю блок. А, ну, пускай будет так, хорошо. В целом, это нормально. Опа. Это Шаки? что за мувы такие? Это шаки? Я немножко, да, это что за мувы такие? Ты гриферишь уже, да? Не успели мы найти первые алмазы, ты уже обчищаешь сундуки. Как тебе не стыдно? Я бы постыдился. Так. Ну, тогда я, значит, забираю все железо и крафчу броню. Ну, тебе хватит тоже. Чик, чик. Все, отлично. Так, сейчас повыкладываю абсолютно все. Алмазики тоже. Так, что у нас значит по нашим замечательным ресурсам? Давай смотреть. У нас есть золото, которое нужно будет переплавить. У нас есть косточки, у нас есть песок. Песчаник имеется. Хорошо в целом. Булыжник выложу. В один слот, в одну полосочку. Так, палочки, уголь, саженцы, нитки. Нитки это хорошо. Тебе лук скрафтить или не надо? Да не, не надо. Не надо. Это я себе скрафчу. Я буду мобов отстреливать периодически. Если у меня, конечно, появятся стрелы. Я думаю, появятся. Так, я слышал скелета где-то рядом. Где-то ходит там. Ух ты, ничего себе. Тут придумал-то, как интересно. Чё? Дверцу поставил даже. Вау. Ну, чтобы мабы не проходили. Ну да, тоже верно. Что тебе скрафтить нужно? Все кроме нагрудника, да? Так, сейчас. Сейчас мы все тебе накрафтим. Значится, вот тебе штаны, вот тебе шлем. Ну, не азеритовый, конечно, но все же. Вот тебе ботиночки. Угу, забирай, надевай. Как говорится, получите, распишитесь. Щиток еще какой-то можно скрафтить в непонятно какой слот. Интересно. Я давно не играл, я просто уже не в курсе, что это, для чего и как это, и почему это все происходит. Это интересно. А как щиток крафтится? Вот это вопрос хороший. Есть справочник, по которому можно абсолютно все крафты изучить, но я не нахожу этого. Ну-ка, если как-нибудь щиток. Поиск же есть внутренний. Интересно. Не понимаю, какая-то недоступная для меня информация в текущий момент. Непонятная и, как говорится, очень странная. Я нам железные мечи скрафчу. Лови. Я уже себе скрафтил. Ну окей, он лишним не будет. Я тогда один выложу в сундук. На. Так я скрафтил себе один. О! И как им... А, правой кнопкой, да, блокировать? Ну, ничего себе. Это из чего ты скрафтил? Ну-ка, рассказывай. Из дерева. Такое ощущение, что там как будто дверь какая-то. Ну Это да. не щит, а дверь. Ну, серьезно. Если Это так да. присмотреться боком, то как будто это дверь. Так, кремния у нас нет. Кремния у нас нет. Я люблю просто с собой зажигалку носить, чтобы мобов поджигать, чтобы они горели просто вот. Изнурялись от этого. Так, надо скрафтить себе железную кирку еще одну. У нас нету дерева, да, для того, чтобы палки скрафтить. Или у тебя Есть. есть? Я не вижу. Скинул А, тебя. все. Теперь вижу. Мне его нужно-то немножко. Так сказать, нужно просто восстановить ресурсы. Ну-ка, правда, из чего там щиток крафтился? Дерево и металл. Ну, дерево и металл-то это да. А, 6
дубовых досок и один железный слиток. Дешевый крафт. Да. Очень даже. Вот дать бы нам эти щитки в самом начале, не было бы этих двух смертей. Не было бы двух вайпов на этом самом скелете. Так, что тут можно еще интересного реализовать из нашего сундука? Если так по максимуму реализовать наши ресурсы добытые. Динамит мы скрафтить не можем, у нас нету пороха еще. Давай мы попробуем найти клад. Я вот думаю, Клад. как нам идти. Нам нужно потенциально идти в пустыню. То есть мы сейчас в лесу. Ну, я примерно понимаю. Пойдем сейчас. Сейчас Давно. рассвет как раз. Но А, мы давай. фул одеты. Мобам просто так будет прилетать по лицу. Они молить будут о том, чтобы мы их отпустили от себя. Ну, серьезно. 37 железных слитков у нас имеется. О, кровати. Спим? Да, утром. Ну, точку возрождения установить. Ну, Можно теперь и так днем точку это делать. возвращения, конечно, да. Мы идем? Нет, я просто плиты проверяю, сейчас еще две поставлю. Ничего. А так мобы будут наступать на них и открывать себе двери? Не буду. Не будут? Хорошо. Я доверяю тебе. Давай, опсик, дерзай. Сейчас слышу бабах. Или не будет? Не, о, скелетик стоит, и зомби у него стоят. Смотри, как хорошо их Зомбя? видно отсюда. Ну как хорошо ты стеклышки поставил, да? Пойду-ка я их шотну. Кедрени фени. Ну-ка. Чик. Чик. Опа. Блок успешно поставил, представляешь? А чего за это даже дали? Ну так вот. В Варкрафте не дают за успешные блокирования достижения. Это плохо. Так, а я щиток сниму, чтобы карту полностью видеть по-нормальному. Сейчас я пойму. Ага. Так, значит, это вот водоем. За мной бежишь, да? Нет. А чё так? А вот все бегу. А я вот клад без тебя, значит, сейчас найду просто и все. Иди за мной. А я Не, или еды даже свои не подожди. взял. А я тебе дам, если что. Угу. А, у меня три говядины только. Но мы нарубим, Нет, если что, по дороге. гнилая плоть у меня есть. Так, вот значит, водоем, да? Ля, черепаха поля. Где? Ух ты! Шотнем ее? Давай попробуем. Ну ты соло справишься, да? Угу, что с нее упало? Две водоросли. Сава. Прикольно. Подожди, я не умею картой пользоваться. Куда нам вообще идти по ней, я не понимаю. Ну каким? Нет, я хочу сам разобраться. Подожди. Чик. Так. Это вот. Не понимаю. Наверное, как-то туда, что ли, нам нужно пройти. Сейчас подожди. Сейчас я поиграю с картой, и я все прекрасно пойму. Нужно просто понять. Типа, мы находимся за пределами этой карты, да? Я что-то примерно понял насчет нее. Она как-то интересно открывается Ну-ка, своеобразным что? образом. Сейчас мы все найдем. О, волчары. Ну, волчар мы бить не будем, иначе они все сагрятся. Нам это максимально неинтересно. Во! Появилась наконец-то метка наша. Мы прошли нужное расстояние. До этого мы были на краешке карты. Я как бы вижу, да, понимаю то, что там крестик, но мне кажется, крестик это какая-то фейковая зона. И мы там уже залутали как раз все это. Когда только начали. Не факт, мы пришли с другой стороны. Не знаю. Мне кажется, нужно на какой-то псевдокраешек уйти.
оранжевой этой линии. Не знаю. Проверим сейчас. Там водичка какая-то присутствует. Может, найдем что-нибудь интересненькое. Ну-ка. Интересно все это. Интересненько, интересненько. Надо же на крестик сначала прийти проверить, что там вообще есть. Нет, крестик это обман. Если придешь крестик, там смерть. Все, ты Я да. уверен в этом. Я уверен в этом просто. Что, не в курсе всего этого. Крест это смерть. Ладно, окей. Я снисходителен. Держи карту. Так и быть. Как вот. Хорошо она читает. Замечательно, не правда ли? А где мы находимся? Метка белая. Ага. Вот. Ты сейчас по крестику, да, хочешь пойти? Мне кажется, крестик это то место, где мы изначально полутали эту карту. Вот мне что кажется. И мне кажется, что это место мы даже в бок не и эта двигаемся. Карта, она является фейковой. Ау? Мы даже в бок не двигаемся. Короче, ладно, давай просто побегаем, мир изучим. Нам нужно мясо какое-то набить потенциально. Вот. А когда придем домой, то, может быть, нужно даже... А эту рыбу можно убить? О! Конечно. Рыба! Чик. Отлично. Пиво, вино, водочка, колбаса, селедочка. Рыбочка. Замечательно. Сырой лосось. А я думал, это какие-нибудь пираньи, которые будут нас атаковать. Ну, окей. Кстати, нам нужно какую-то ферму сделать. Пшеничку там нарастить. Что-нибудь такое придумать интересненько. Я уже тыкву нашел. Нормально, вырубаю ее топором. А ты еди. А я вперед убежал. Я тут факел поставлю. Днем. Хороший вариант. Хороший вариант. Коровки. Вообще, как мы должны сделать? Мы должны их привезти домой и размножать. Но я думаю, мы найдем еще коровок, поэтому этих мы убьем. Вот. Ну, я думаю, да. Как говорится, думаем о будущем. Я потеряю. Так. Ну, ночью найдешься. Я услышу тебя по взрывам, как говорится. Делов-то, ну. Вот, нашел проблему, ага. Чик-чик. Все, замечательно. Так, 8 говядины имеется. Хорошо. Еще один факел на землю поставлю. Ищи меня. Я не знаю, я тут это свиней бью. Окей, хорошо. Своих клиентов, как говорится. Не будем о грустном. То мало ли. Найдутся пользователи. Конечно. Мои клиенты. Угу. Овечек трогать не буду, они нам тактически еще могут быть важны. Я вижу поросюшек много. А я ничего не вижу. Очки я надень, поросю... значит. Я вот в очочках сижу, я все вижу. Что? Она не умерла с двух ударов? Ладно. Да, с зажигалкой это, конечно, было бы дело все веселее. Мне бы сразу падало зажаренное мясо. Это было бы реально намного интереснее. Надо структуры какие-то интересные найти. Что там такое летает? Кто это там? Ну-ка, надо чекнуть. Какая-то срань непонятная. Ну-ка. А, это пчелка. Какой-то новый рецепт, загляни в справочник. Как нам заглянуть? Это книжечка, которая у тебя в инвентаре. У меня нет такой книжечки. Да, в ней можно крафты смотреть. И ты там автоматически всякие вещицы еще чекаешь интересные. Что-то структур-то каких-то не имеется. Всяких там каких-нибудь домиков, там. Деревень. Деревню было бы неплохо найти. Ну, я искать сейчас 40 лет еще будем. Ну, не знаю, не знаю. Они обычно часто спавнятся.
Я, может, найду скоро. Ну, я так нормально убежал. Не знаю, как ты там, конечно, убежал, но... Я Я тоже надеюсь, ты нормально. Я тоже уже на что-нибудь там какой-то найдешь. горе. Вон по реке. Ну, там крикни на горе, может, я услышу тебя, ага. Конечно же. Раз, Тупо два. через леса иду. Нормально. Самая нормальная тема по деревьям просто прыгать, когда ночь наступит. Да и все. Ну, Это чтобы да. на мобов не попадаться. Если, конечно, с дерева упадешь, то такое себе. Или если рядом дерева не будет никакого. Будет немножко грустно. Вот так вот. Просто замечательно. Не, ну с этим щитом, конечно, фаново бегать. Ничего не скажешь. Пчела, оса, оса, оса. Оса! Сгони ее! За. Далеко. Я не знаю, как нам домой возвращаться. Да вернемся. Делов-то. Что, у нас зря координаты, что ли, присутствуют? Ты же умеешь в координатах ориентироваться игровых, я надеюсь. У тебя Вот еда-то я не есть с собой? записал карту, а? У тебя еда есть с собой? А я уже набил, но она быстро пройдет. Ну, начинай плавить потихоньку. Я так осматриваюсь, думаю, мало ли вдруг я тебя увижу. Не увидишь, мы в Ух разных ты, там лава, направлениях. там все горит. Прикольно, пожар Я будет. вижу джунгли. Джунгли? Да. Хм, ты мог в другую просто сторону вообще даже побежать в целом. Да. Вот свиней много. Так, вот, кстати, я тебе посоветовал, да, чтобы ты уже начал еду плавить. Вот мне бы надо тоже этим заняться. Это идея хорошая. Сейчас сделаю верстак, поставлю печку. Нужно еще добыть для печки камней. 8 штучек. Притом нужно желательно сделать это быстро. Все, 8 штук готово. Я еще в лесочке таком каком-то малость непонятном. С любого краешка может меня моб какой-нибудь стрельнуть. Так, хорошо. В целом пойдет. Зона освещается. Три крипера рядом, которые меня увидели. Начинается веселье. Хорошо. Ну, как говорится, будем воевать? Чё бы нет. Ты выживешь там? Нормально у тебя все будет? Да. Хорошо. Я, как говорится, в тебя верю. Я тоже в себя верю. Мне надо держать оборону тут. Ой, как хорошо там все горит. Красиво. Красиво горит. Мне нравится. Палки с листвы падают. Прикольно. Просто листва от дерева разрушается и палочки выпадывают. Прикольно. Очень много нововведений всяких интересных. Саженцы, хорошо. Интересно, а если засчитоваться от взрыва крипера, будет ли дэмэдж уменьшен? Ну, в теории должен быть. Ну, а вот Теории. по факту... Это вопрос хороший. Не, лучше, наверное, не считаваться, лучше просто сразу убежать, и все на этом. Так, хоть как-то дэмэдж уменьшишь, если не в эпицентре взрыва находишься. Так, ну в целом я могу отсюда убегать. Так, а скажи свои координаты, чтобы я примерно хотя бы понимал, где ты находишься.
Сейчас я тебе скажу, Ну-ка, смотри, порадуй какой. меня. X1107. Ну, Y 767. без разницы. Сколько Y? 767. Это высота. Вообще-то, Z767. О, все. Ну, слушай, ты не так далеко от меня. Где-то 100 блоков мне по диагонали бежать. Зафиксируйся на месте, залезь на какое-нибудь дерево и поставь факел там. Я Я прибегу в к себе землянку. через... Где ты? В землянке. Ты что, землянку себе построил? Да, у меня тут, знаешь, как уютно. Я думал, ты себе там... Ну, факел поставь, чтобы я тебя заметил. А то я мимо пробегу. Я не шучу сейчас. Сейчас, подожди, мне тут надо У тебя как-то. факела есть вообще? Нет, но я сейчас их сделаю, наверное, хотя. Уголек, палочка. Сейчас сделаю. Я просто под деревьям бегу. Так. Нужно было, наверное, печку забрать, кстати, а то я что-то ее не спилил. У меня есть. Ты уже там заготовился, да? Да. Так. Ну, я пока Сейчас не я вижу ткну. никаких землянок. Сейчас. Еще раз, сколько у тебя Y? Ой, этот. О, я увидел факел. Прям вот как ты его поставил, я сразу увидел. Я рядом. Я very рядом. Сейчас. Жрешь там сидишь, да? Да. Сейчас сюда крипер шлепнется и бабах. Здорово. Ну-ка, Здорово. закопай нас. Все. Да? Прикольно. Свинину тут жаришь, да? Ну, я у тебя ее конфискую. Вот. Сейчас мы еще пожарим мясца. Говорится, чё бы нет. Там кто-то ходит над нами. Слышишь, да? Да. Какой-то мопчик один, противный, непонятный. Ну, а мы можем выйти сражаться с ними, или просто можем скакать по деревьям? Мне бы Деревянная херга? перестал. Серьезно? А у меня сломалось. Плохо. Каменную хотя бы скрафти. Железную, ну, сори, не могу предложить. Сейчас крафт. Вот. Держи стейки, я себе свинину заберу. Но у меня есть свининка тоже. Скинешь мне ее тогда? Да. Чтобы стакалось по-нормальному. Все, тогда стейки с этой самой, с печки твоей. Забирай. Ох ты, ничего себе, ты тут что придумал. Так это камень обычный, зачем его копать? Декор. В Это наше моя временное будка. убежище, да? Да. И вот здесь, короче, моя будка будет. Наблюдательная, да? Так сказал, как будто я пес какой-то. Не, ну неплохо. А можно же вообще наверх немножко копнуть. О, короче, я знаю, что... О, сейчас мы тут с тобой сделаем. Сейчас нас крипер шотнет, нормально будет, все хорошо. Ты же мне Давай, доверяешь? Давай. давай. Да, Ух ты, ничего себе там звуки. Ты слышишь какие-то звуки космические рядом? да. Ладно. Так, тише. Отбеги маленько назад. Я не понимаю. Тут что-то шагало. Вон скелет вижу, ходит. Я заберу это дерево, я сделаю древ... А зачем ты закопал? Чтобы мне Еще тут и залезть. камнем.
опять закопал. Ну что ты творишь? Сейчас, я тебе покажу, что я изначально хотел сделать. Вообще орать просто с этого будешь. Сейчас, не копай там ничего, не копай. Сейчас. Вот, наблюдательная башня такой. Стоишь? А, у меня стрел нет. Такой стоишь и на-на-на им по ногам. Они такие подходят и... Ну. А дай стрелы. Во-во-во, да. Да. И ты такой, чик им такой, чик там. Всяко-разно настреливаешь. Так, мне бы вылезти отсюда, значится, да? Сейчас я вылезу отсюда скоро. Древесный уголь заберу, печку заберу тоже. Или оставлю. А мы идем дальше путешествовать, кстати. Опа! Это что такое было? Интересное. Так у кого-то бомбануло, по-моему, да? Это хорошо. Давай бежим дальше. Кстати, на тебе еще еды. Как говорится, мне не жалко. То у тебя забрал свинину, наверное, последнюю. Вот. Повел себя как свинина просто. Кстати, улей. Я не знаю, как... Вроде топором он добывается. А. Ты добыл его? Ой, Понял. Там эндермен. крипер и эндермен. Уходим отсюда. Мы просто уходим отсюда. Так. Мне кажется, нам пора искать наш дом. А я помню примерно. Нам влево идти до упора, если что, до дома. Тут влево поворачиваешь и идешь просто. Но это рано еще. Мы изучаем просторы данной местности. Изучаем то, что нас окружает. Нас, как говорится, урок окружающего мира. Вот. Смотрим, что вокруг нас. Смотрим, что есть интересного и примечательного. Так, а что, если мы найдем что-то интересное? Тут какие-то как псевдо-джунгли были, но, ну, лианы какие-то были там, деревья с лианами. А что толку, если это не джунгли и никаких какао-бобов нет? Как-то все грустно. Да, Там мы опять потеряли единственное, это связь. считай, ценное, это только какао-бобы. Кто, А ты говоришь, где? потерялся? А я навстречу солнышку бегу. А где у нас тут солнце? Ну, солнце найди. Ну, я вижу тебя. А? Ма. Ну, вот он я, ну. Побежали. Я говорю, бегу навстречу солнышку. Нужно как-то... Ой, аккуратненько. Кстати, железо. Тебе нужно железо? Да нет. Ну, окей, хорошо. Блин, кости распылил. Сейчас бы волк приручил. Да... Не особо это полезно. Ну хотя он бы дэмэдж наносил хоть какой-то еще дополнительный. Ну так, да. Это было бы в целом неплохо. Соглашусь. Касательно ударов, я понял то, что закликивать просто-напросто не нужно. И надо просто брать по чуть-чуть. По одному удару, раз там в 2 секунды делать и все. Тогда удар будет нормально наносить дэмэджа. По сторонам так осматривайся, может быть, найдешь что-то интересное. Я опять потерялся. Какую-нибудь будку. Я в водичку тут упал. Ты должен был меня увидеть или услышать. Ну, наверное, не знаю. Угу. Все отлично. Бежим дальше. Так. Коровки ходят. Ну и пусть ходят. Нам еды хватит. Пока что. Угу. Так, тут уже... Ой! Ты что творишь? Страшно вообще-то. Не бей! Подталкиваю. Не бей, не надо, пощади. Броня же Ладно. ломается, у тебя меч ломается. Сейчас мясо буду Вот. тебе бить. Ну что ты творишь? Ну. С мясом бью. Не надо меня мясом бить.
Ну, это, кстати, ускорение хорошее было. Вот это мне понравилось. О! Оп, ягоды. Тебя бы сейчас куст Ягод. убил. Смотри, сколько тут. Ты там аккуратнее с ними, окей? Что они какие-то колючие. Колючие и неприятные. Кстати, может быть, найду кремень? Да, нашел. Отлично. Если найдем железный слиток, сделаю себе зажигалочку. Свое сигнатурное оружие реализую. Секретное. Ты где? Ты собирал ягоды. Да. Ты собирал лукошко из ягод. Да, я А где ты перестрелял. теперь? Я не знаю, где я. Я вот на дерево залез. Ну хорошо, давай тогда я тоже залезу на дерево. О, я тебя вижу. Развернись назад. Вот я прыгаю. Ага. Я уже пересек реку. Давай тоже. Перебегу через курочек. Пробегу дальше. Подожди, а что это такое? Гравий? Это А, гравий, да, я гравий. его повыкапывал Подожди. немножко. Ты добыл этот? Кремень, да, у меня их две штучки. А, все. Ты меня поджигать хочешь с зажигалкой, да? Я догадался? Нет, ты просто что-то говорил, и я решил покопать. Нет, я добыл 5 штук даже кремня. Нормально у меня все с этим. Мне теперь железный слиток нужно будет достать откуда-нибудь. Ну и все на этом. Сделаю Из зажигалочку. широких штанин. О, это да. Это было бы неплохо, кстати. Мне нужно было выкопать то железо. 18 сладких ягод у меня имеется. Тут их И прям сажать много. куста можно. Хорошо. Бежишь ко мне? Ну, да, Ну ты где-то нет. рядом. Короче, окей. Ты в деревянном этом лесу. Как будто лес бывает не деревянный. Вот это я придумал. Пробежал через волков. Может быть, ты их видел. Что, лесничий, что ли? Ну да. Нужно Идиот. запоминать такие вещи. Факел на землю поставлю. Что-то интересное. Какая-то трава особенная. Интересно. Меня стак ягод. Ничего, если ты там нафармил. Что это такое? Это болото какое-то или что это? Какая-то трава интересная, своеобразная. Может, она ведет куда-то? Может, дорожка какая-то? Потому что она так и кажется. О, слушай, тут что? О, это тут дом ведьмы. Ну-ка, координация, я скажу. А, тут какие-то пампкины. А, так все, я деревню нашел. Ну, координаты, говори. 250-630. 250 и 630. Да. Вот это вот не подходит. Бою. А это мобы злые или нет? Я что-то не понимаю. Не понял. Понял. Ну-ка. Так, моба рядом нет. Можно у моба своровать чуточку. Хлеб у моба забрал. А то что это у него хлеб лежит в сундуке. А как я тут спущусь? Ну, допустим, вот так. Опа! Пришел со своими ягодами. Да. Это какие-то пираты, что ли? Не знаю. Оружейник-новичок. За 3 изумруда дает железный топор, за 13 изумрудов дает зачаренный железный меч.
О, 15 угля можно поменять на один изумруд. Вот, у моба, видишь, он с черным фартуком. Ага. О! Слышишь, я по колоколу стучу. Бам-бам-бам. Прикольно. Починка и снятие чар. Вау. Так, ну это ладно. Костерок у них какой-то интересный тут, непонятный. Бедный Это закрыт что? сидит. Это загон, что ли? Для маленьких чертей? О, бумагу можно выменить на изумруд. Так, хорошо. Уголь, бумага, значит, да? Бумага? Да. У меня есть тростник, если что. О, иди Значит. сюда, глянь, что я нашел. Вообще шок. Чекай сундук, забирайся. Получается, У них лол. такие деревни хорошие стали. Раньше они хуже были. Я нашел чистую карту. Ну, она нам не особо полезна. Ладно, окей. Хорошая деревня, в ней засесть можно, так-то если задуматься. Только этих мобов шотать будут, если мы рядом будем находиться. Ну, зомбей типа будет много. Мобы могут умирать, поэтому нам какой-то, может быть, забор нужно построить, чтобы задефать мобов. Чё скажешь? Как тебе Ну, идея? забор, ну такое. Ну, нам их дефать нужно как-то, чуть-чуть. Чё думаешь насчет этого? Идея как тебе? Нравится или не Стол особо? картографа. Да не особо. Надо Стол это сделать. картографа, это что такое? Ты видел что-то? Я не знаю, что это такое. Давай построим им ворота. Потому что, ну, их убьют всех. А деревня это ценный ресурс, Так скажем вон там так. еще она дальше идет, Толя. Да? Да. Там еще вон она выше поднимается. А я не чекал особо. Скелета рядом где-то слышу. Давай, нам нужно обезопасить этих мопчиков. Бери топор и руби. Вот тут котлы, лол. Хм. Кожаная броня. Полезно. Не, ну если Полезненько. бы мы, например, сразу нашли, то да. Ты фармишь дерево? Да. Хорошо. Я потихоньку начну. Значит, строить забор. Вот. Ну ты ко мне придешь, когда у тебя будет много его, и мы вместе будем его ставить. Я пока что начну. Верстак еще нужно поставить где-нибудь рядом. Я поставил, если что, рядом с собой. Вот как мы пришли, где я воду спускал, вот там Угу. верстак. Подожди, а как у нас заборы крафтятся? Из палок же. По-моему, Это калитка. Подожди. А, 4 доски, 2 палки. Хм. А я все дерево в палки перегнал. На тебе стак палок, я думаю, он тебе пригодится. Типа понял, да? 4 доски, расположенные по бокам. 2 палочки по центру. Интересный крафт. Да, на. Ты где? Я дерево дальше рублю. У меня ноль дерева, считай. У меня У только меня тут палки эти чертовы. стак стак и 17 заборов. Да я Подожди, тут с они клива мобов рублю. не трогают, походу, они. Ну, они им двери будут ломать, если мы будем бездействовать и находиться рядом. А тогда можно сделать так и вот так. Просто их заковать там хочешь и все? Ну да. А Ну, чё им слушай, идея окно выходить? хорошая, окей. А чё им выходить? Ну, правильно, да? Все. Ну, типа, и зомбаки им зовут. Ты хорошо придумал, слушай. А меня-то ты что сюда, в эту лодку закинул? Вот там, смотри, стоит один дурачок там. Надо его завести нам как-то. Псевдо-засейвить как-то. И вот еще один тут.
катается бролей на воде. Иди домой. Там дерево мешает. Да, там низко слишком. Давай, делай, я тебя задефаю пока что. А, а что толку, он все. Он не хочет заходить? Но он полезный, он уголь выменивает. Мопчик хороший. Он в целом позитивный. Он такой, э! Как будто съел что-то не то. Да, палок у меня всех теперь много. Всех за, сейвили, как я так думаю. А того засейвили в итоге? Тут вот он еще один стоит. Ну слушай, с ними нужно что-то сделать, их нужно затолкать. Разблокируй дверь одну. Он должен туда зайти в теории. Все. Сделал. Не-не, надо именно, наверное, его конкретно дверцу. Ты бьешь кого-то? Иди сюда. Ну. На мелкого потыкай. Да я слышу эти звуки. Они просто угорают. Я у него кровать сломал. Не стыдно? О, моб пошел. Сейчас я его дотолкаю. Или не дотолкаю. Сейчас нужно обойти его, значит. Сейчас мы все сделаем как надо. Так, освободи ему эту дверь. Сейчас я его туда. Куда он хочет? Он не хочет домой. Ему нужно тусить ночью, да? Угу. Угу, отлично. Ну, чекай, он просто не заходит, я ему уже даже дверь специально выломал. А он не хочет? Толкнуть его, что ли, как-то? Он на крышу залез, от счастья. Просто невозможный моб. Серьезно. Ну и все, забей на него. Ну в смысле, он полезный, нам нужно его засейвить, чтобы он жил. Он выменивает уголь на изумруды. Я их, короче, замуровал так, что никто не пройдет. Нет, это хорошо, но с этим мобом у нас проблемы. Ну, да что ж ты такой невозможный? Да не бей его. Да, вот он спринтанул, конечно. Он сам должен отойти. После этого мы продолжим с ним разговаривать на его территории. Я вот сейчас уйду, убью его точнее. Чекай, вообще вот максимально невозможный моб. Ты что творишь-то вообще? Может ему хату всю сломать? Как за идея? Not bad. Ну я считаю, да. Зачем ты упнул? Стой. Подожди, это кливом. Стой. Сейчас он сделает. Подожди, стоп. Стоп. Сейчас мы его застейвим. Идея пойдет. Мне нравится. Над ним еще блок поставь, чтобы он как-то не распрыгивался там. Теперь он туда никогда не вылезет в жизни. Все. Не хотел в дом идти? Будет тут сидеть. Все верно. Молодец. Будет теперь тут жить. Все правильно, так и нужно с ними. О, факел. Там еще один где-то такой же был. Давай найдем его. Вот стоит. Где я не вижу? Где я? Это сверху от деревни или в самой деревне? В самой.
Самой. Так, хорошо. А, все. Отлично. Сейчас мы ему факел поставим, чтобы ему не скучно тут было. Да и все. Ой. Ты пускай живет. Паркур. Да, все хорошо, я уже устал. Все, кончаем на сегодня. Да. Как говорится, спасибо, что смотрели. Мы выполнили очень много сегодня интересного. Комментики, лайк, под... блять. Комментики, лайк, подписка. Всех благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. F5 просто нажми, стой. F5 нажми. 2-3 раза. Ой, слушай, прикольно. Во, да, все. Ну, как говорится, счастья, здоровья, берегите ноги. Спасибо, что смотрели. Мы сделали очень много всего. Может быть, я даже тайм-коды выставлю. И все такое прочее. До скорого. Опсик. Покеда. Я думал, зачем F5 жать? Думаю, нахуя, думаю. Зачем вообще? Все, я отключаюсь, у меня уже, ебать, охуели глаза. Я пойду Они у тебя курить.